Сегодня, чтобы дойти до цирка, нужно пройти мимо фигур известного клоуна Олега Попова и медведя на велосипеде. Но между этими скульптурами зияет пустота. Буквально через несколько дней здесь появятся две фигуры цирковых слонов. Пока что они находятся в художественной мастерской у автора скульптур Олега Седова. Высоту они достигают 3 метров, и у каждого есть свои цирковые атрибуты. Скульптор поделился, что идей построения композиции было множество, но хотелось сделать что-то необычное. Идея, какая идея? Можно было в любую позу поставить. Просто много было вариантов, и выбрали вот этот вариант. Ну, как более забавный такой, более... Ну, это же не памятник. Нам не надо делать строгие какие-то вещи, да? А он смешно, он держит шарики, тут, ну, этот, жонглирует ими фактически. Один слон практически завершен, а вот над вторым осталось еще чуть-чуть поработать. Начиналось все с маленькой заготовки, которая превратилась в полноценную скульптуру. Олег Седов уточнил, что перед нами именно азиатские слоны. Во время работы над скульптурами он изучил их досконально. Я слепил слонов много мелких, но маленький слон, ты на нем можешь ошибку сделать, никто это не заметит. А когда большой, ну, представляешь, подойдет дрессировщик и скажет, ну, ты вообще тут, ну, у него по-другому совершенно так устроено, это же не нога, не человеческая, я же их не вижу в жизни. Вот берешь анатомию и начинаешь изучать, как это все у них устроено. У них это такие потрясающие животные, это просто невозможно. Вот это у них подушки. Представляете, он ходит вот так вот на пальцах, а тут у него такая подушка, он может мягко выходить как-нибудь по лесу там, ну, и не шуметь вовсе. Работа над статуями началась еще в сентябре. Первоначально трудилась команда из 4 человек и впоследствии увеличилась до 6. Сейчас осталось совсем немного. Доработать хобот и укрепить мечи. По словам скульптора, такая работа отличается от его обычных произведений. Она веселее, потому что можно сделать, приколоться, там, губу как-нибудь отвесить, такое, сделать все что-нибудь такое. Понимаете, да? То есть это же жизнь такая, поэтому хочется такие нюансы. Вот сейчас покажу. Какая у него мордаха. Он когда делает так, он трубит, да? У него начинается... Он же ребенок, у него клыки маленькие. Статую слонов планируют установить на Лыбецком бульваре 28 или 29 декабря. Тогда экспозиция цирковых фигур будет завершена, что станет отличным подарком для жителей города к новогодним праздникам. Валерий Седов, Роман Вихров, телекомпания «Город».